Спасибо большое вокальной студии. Мне, наверное, нужно бы спуститься к вам, чтобы быть с вами поближе. И, может быть, исполнить одну мечту кого-нибудь из вас. Есть у кого-нибудь мечта вот выйти, поговорить в микрофон, и чтобы случилось чудо? Есть у кого-нибудь здесь присутствующих? Между прочим, говорить в микрофон – дорогое удовольствие. Попробуем пройти через деньги. Нет желающих? Ну, идите, коль вы уже спросили, какое чудо. Значит, есть желание. Добрый день! С праздником! Как ваше имя? Максим. Максим, я дядя Саша, Александр. Максим, скажи, пожалуйста, а чем всегда заканчиваются хорошие праздники? Салютом. Молодец! А как ты думаешь, у нас получится? Думаю, получится, но только... Что? Светло. И это не страшно. Мы же в Мейнмехе. Или ты хочешь, чтобы здесь раздались залпы салюта и снесло крышу? Мне тоже кажется. Но салют ведь должен быть. Конечно. Вы умеете считать до 12? Разумеется. Сможете? Да. Я выдаю микрофон, я отхожу. Вы четко, бойко считаете до 12. Если вам помогут, то мне кажется, все получится. Хорошо. Получится? Но смотрите. Все получится. Ну идите сюда. Вам аплодируют? Какой факультет? Факультет какой? А3. То есть вы будущий космонавт? Ну, можно и так сказать. Так да или нет? Да. За язык никто не тянул. Удачи, хорошего настроения, до новых встреч. Спасибо. Верьте в чудо, и оно исполнится.